В Одессе провели статистику, по каким причинам мужчины ночью встают с постели. 5% чтобы сходить в туалет, 25% чтобы идти на ночную работу и 70% чтобы одеться и идти домой. Нескромный вопрос одесскому радио. Какие сейчас груди в моде? Ответ: маленькие. Вопрос: а что делать тем, у кого большие? Ответ: донашивать. Сёма, я хотел бы иметь твою внешность и капитал Билла Гейтса. Ой, спасибо, Лёва, я и не знал, что ты умеешь так льстить. Видишь ли, Сёма, если бы я имел капитал Билла Гейтса, мне было бы глубоко наплевать на свою внешность. В Одесском платном колледже для одаренных детей был объявлен конкурс на самый короткий рассказ для учащихся старших классов. Тема любая, но есть 4 обязательных условия. В сочинении должны быть упомянуты: а. Королева, б. Бог, в. Чтобы было немного секса, и г. Чтобы присутствовала маленькая тайна. Первую премию получил старшеклассник Рабинович, который выполнил все условия, уместив весь рассказ в одной фразе. «О, Боже!» — воскликнула королева. «Я беременна, и неизвестно от кого».